Греки возмущены беспрецедентными мерами безопасности, принятыми властями в День независимости. В Афинах между участниками и зрителями традиционного военного парада была создана внушительная зона безопасности. На трибуны для почетных гостей пропускали лишь по специальным приглашениям. Пытавшихся прорваться в пределы видимости парада, полиция решительно оттесняла. Тех, кто в выражении своего протеста переходил от слов к делу, арестовывали. «Посмотрите, до чего мы дожили», — возмущается этот житель Афин. «Словно у нас тут воцарился какой-то диктаторский режим. Я не собираюсь с этим мириться». За всю историю празднования Дня независимости людям впервые было запрещено собираться в центре Афин. Греки видят в этом тревожные сигналы. Полицейские меры – неотъемлемая часть драконовых мер жесткой экономии. А все это вместе взятое приводит к гибели демократии. Чтобы не позволить покончить с демократией, мы должны со всем этим бороться. В параде в Афинах, который принимал президент страны Карлос Папулиас, не было бронетехники по соображениям экономии. Нынешний День независимости знаменует собой 191-ю годовщину восстания против Османской империи, в результате которого Греция вышла из-под турецкого ига.